План засыпки семян под урожай следующего года в регионе составляет 40-45 тысяч тонн, и из них на сегодняшний день засыпано 36 тысяч. Из поступившего зерна к третьему классу относится 82% пшеницы, к четвертому классу 13% и остальное к пятому классу. Хранилища зерна оборудованы сушильными установками, которые работают на энергии газа и дизельного топлива. В области имеется 15 зерносушилок, 8 из них находятся на предприятиях, изготавливающих хлеб, а 7 единиц на базе сельхозпредприятий. На сегодняшний день полностью завершены работы по уборке зерновых культур. Зерновые культуры убраны с площади 420 тысяч гектаров. На молочное около 600 тысяч тонн зерна со средней урожайностью 14 центнеров за гектар. Отметим, что урожайность зерновых культур в Мартовском, Каргалинском, Хромтовском районах и в городе Ахтубе была выше среднеобластного уровня. Была обеспечена готовность зернохранящих хозяйств и хлебоприемных предприятий для приема зерна нового урожая. В настоящее время на элеваторах хранится 175 тысяч тонн зерна. Загруженность составляет 46% от общей мощности. Как сообщает Ортком КИЗ, в порту Курак Мангыстауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн в год. Как добавили в Министерстве транспорта РК, терминал частной компании готов принимать зерно со всего Казахстана. Также в рамках проекта построено 18 специальных складов, в которых можно хранить до 28 тысяч тонн продукции. Ожидается, что терминал обеспечит увеличение объемов экспорта зерна по направлению Казахстан-Иран и страны Кавказского региона. Тамирис Шумабаева, программа «Факт».